На территории зоны отдыха Малаховское озеро завершилась масштабная реконструкция. Результатом проведенной за год работы стал современный благоустроенный парк, отвечающий европейским стандартам. История преображения жемчужины Подмосковья. В сюжете моей коллеги Луизы Язарян. На территории зоны отдыха Малаховское озеро завершилась масштабная реконструкция. Результатом проведенной за год работы стал современный благоустроенный парк, отвечающий европейским стандартам. Строительная техника появилась на территории вокруг Малаховского озера в ноябре прошлого года. Впереди была большая работа – превратить это место в многофункциональную зону отдыха. В первую очередь взялись за освещение и обустройство пешеходных дорожек. Затем приступили к установке детских и спортивных площадок, лавочек и урн. Первый этап благоустройства включил создание пикниковой зоны и малых входных групп. Две дорожки тропиночных, которые будут здесь сделаны с плиточным покрытием. Остальная тропиночная сеть сохраняется. Естественный ландшафт лесной сохраняется. Работы по благоустройству пришлось на время приостановить из-за пандемии коронавируса. Но на сроках и этапах реализации масштабного проекта это никак не отразилось. День за днем и шаг за шагом парковая зона приобретала новые очертания. Кроме наведения красоты, у этого проекта еще одна главная миссия – подчистить водоем и навести на нем порядок. 7 июня подрядчики приступили к строительству дамбы на реке Македонка. Этот пункт благоустройства завершили в конце августа. Выполнены укрепления водосбросного сооружения, водовыпуск, укреплены тело плотины гидроматами, проведен капремонт моста вместе с откосами. Когда работы по благоустройству были на финишном этапе, на территории Малаховского озера прошла экологическая акция. Жители и власти округа высадили в парке деревья и кустарники. Хотелось, чтобы внуки потом посмотрели, что здесь наше дерево, что мы приняли участие в таком замечательном мероприятии. Работа по благоустройству Малаховского озера в этом году завершена. Продолжение будет в следующем. Но кардинальное преображение парка уже налицо. Малаховское озеро, оно стало очень яркой достопримечательностью. Люди приезжают и говорят, что у вас здесь как в парке Горького. Я говорю, у нас лучше, чем в парке Горького, будет еще лучше. Раньше в лес зайти было страшно. В темное время суток уже это было просто невозможно. Сейчас, конечно, очень приятно. Мы с мужем гуляем каждый вечер. У нас как мацион перед сном идет час прогулок по озеру до пляжа и обратно. Вот ждем замыкания этого круга, чтобы появился мостик в следующем году. Мы всем довольны, спасибо всем огромное. То, что было и что стало, просто небо и земля. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.